в наших русских песенниках. Может быть, для вас незнакомая мелодия, мы ее споем, и это будет хорошим поводом для вас напевать ее среди недели, а тогда, когда будете вспоминать мелодию. 159 номер. Живую веру мне дает не символ, не обряд, а тот, кто умер за народ, кто был за нас распят. Не нужно доказательств мне, ни знаков, ни чудес. Христос, умерший на кресте, на третий день воскрес. Меня воскресший искупил, прогнал неверия тьму. Мне он послал потребных сил, когда пришел к нему. Не нужно доказательств мне, ни знаков, ни чудес. Христос, умерший на кресте, на третий день воскрес. Я слова Божьего держусь, к Писанию сердце льнет. Спасение совершил Иисус, и с нами Он живет. Не нужно доказательств мне, ни знаков, ни чудес. Христос, умерший на кресте, на третий день воскрес. Все раны исцеляет Он, блуждавших в дом ведет. Он ко кресту был пригвожден, чтоб дать нам небо вход. Не нужно доказательств мне, ни знаков, ни чудес. Христос, умерший на кресте, на третий день воскрес. Вот потому мы собираемся, а потому что Он воскрес, и Он никогда больше не умрет. И это свидетельство для каждого из нас, что в один день Он воскресит и наши мертвые, может быть, тела, или вознесет наши живые тела, для того, чтобы мы могли быть вечно с Ним. Это радостная весть, которой не имеют ни буддисты, ни какие-то другие, скажем, группы, может быть, даже больше, чем христианство. Но вместе с тем, это ложная надежда. Надеяться на собственные какие-то дела, которые нельзя поднять на Божий стандарт. А если вы не думали, я попросил бы вас подумать. Если бы я мог спастись чем-то, скажем, крещением в детстве, или поманой в церкви, или десятиной, или еще множество дел, о которые существуют сегодня у людей, которые думают, я сделаю вот это пожертвование, и потому моя душа упокоится там на небе. Если бы это было возможно, а не надо было бы Христу приходить и умирать за нас на кресте здесь, на земле. Представьте себе, оставив славу неба, хотел бы я спросить вас, оставили бы вы вашу высокую культуру, допустим, я не знаю, какая самая вам больше нравится, в Америке, в Германии, где вы там хотели бы жить, и приехали бы в какую-то Африку, или в Индию, или еще какую-то страну третьего мира? Не думаю. Каждый, кто поднялся какими-то своими усилиями до какого-то уровня, он назад добровольно спускаться не хочет. Но Бог, Он оставил славу неба для того, чтобы сойти на грешную землю, а чтобы дать нам вот эту возможность быть спасенными. Он не отвернулся от нас, не сказал, вы согрешили, вам так и надо. Он взял на себя наш грех для того, чтобы мы могли следовать за Ним. Сегодня мы откроем 15 главу Римлянам. Надеюсь, что в прошлый раз, когда мы проходили ее,
никого из вас не было. Потому мы ее начнем сначала, чтобы вам было понятно, о чем мы говорим. Потому что мы говорили о 9 пунктах инструментов сатаны, которые он пытается использовать для того, чтобы привести нас к неэффективности. Чтобы не допустить, чтобы мы стали благословением. А потому моя тема называется «Как быть благословением». Но прежде мы поговорим о том, о инструментах сатаны, которые препятствуют нам быть благословением. У Павла, вначале отрывок прочитаем, значит, 15 глава Римлянам, стихи 22 по 24. Римлянам 15 глава, 22 по 24. «По которой причине мне сильно и препятствовало прийти к вам. Но теперь не имею больше места в этих краях, а имею эти многие годы великое желание прийти к вам. Когда только предприму путешествие в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь увидеть вас во время путешествия моего и быть проведенным в путь туда вами, если прежде отчасти насыщусь обществом вашим». Пожалуйста. У Павла было большое желание проповедовать, особенно в областях, где никогда не слыхали Евангелие. Это было приведено к определенным трудностям и сопротивлению. Павел встретил большие препятствия на пути к Риму. Слово «препятствие» означает «отвержение». Это слово часто использовали, когда речь заходила об оборонительных действиях, когда использовали глубокие овраги или перекопанные пути, чтобы помешать вражеской армии продвигаться вперед. Надеюсь, что и у вас когда-то были какие-то мечты, и вы уже предвкушали, что вот-вот вы уже что-то получите. И тут кто-то вам позвонил и сказал, вот этого подарка вам не будет, сюрприза не будет или чего-то не будет. И эта большая пропасть стала перед вами, которая воспрепятствовала вам получить то, что вы хотели. Слово «препятствие» используется, чтобы описать трудности. Павел постоянно встречал препятствия на своем пути. Посмотрите в 1 Фессалоникийцам, 2 главу, стихи 17 и 18. «Но мы, братья, взятые от вас на короткое время присутствием не сердцем, старались более обильно увидеть лицо ваше с великим желанием. Посему мы хотели бы прийти к вам, даже я, Павел, и раз, и два, но воспрепятствовал нам сатана». Вот мы имеем какое-то доброе желание. Я думаю, что у вас суббота, выходной день. Суббота, выходной день, вы, может, планируете. Вот я пойду и пораздаю брошюры по улице или трактаты где-то там в районе своем. И дождь пошел. Или там что-то там случилось, и вы не можете этого сделать. Вот так вот Павел, он хотел что-то сделать. Ободрить или помочь верующим продвигаться вперед. Сатана ставит препятствия. Сатане нравится ставить препятствия на нашем пути. Это называется вмешательством. В Библии это называется камнем преткновения. Вмешаться в Божьи планы, чтобы отсрочить определенные действия или, если возможно, взять ситуацию под свой контроль. Посмотрите в книгу Иезекииля, 3 главу, стих 20. 3 глава Иезекииля, 20 стих. «Опять, когда праведный отвернется от праведности своей и совершит беззаконие, и я положу перед ним камень спотыкания, он умрет, потому что ты не предостерег его». Вот этот камень спотыкания ставит сатана. А Бог ставит ступеньку, благодаря которой мы поднимаемся ближе к нему. И вот наша... положение от того, как мы близки с Богом или мы далеко от Бога, будет зависеть, это будет камень, на который мы споткнемся, или это камень, который нас поднимет выше. Когда Павел закончил проповедь Евангелия в Иллирике, он пожелал увидеть христиан Рима по пути в Испанию. Испания включает регион Фаршиш, это место, где Ион решил бежать от Божьей воли. Корабли из Фаршиша привозили Соломону золото и серебро каждые 3 года. В 1 Царей, 10 глава, 22 стих говорится об этом.
Ибо царь имел на море флотилию Фаршиша с флотилией Хирама. Раз в 3 года приходила флотилия Фаршиша, привозившая золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. Находясь в Риме, Павел надеется попасть по пути к ним. Эта фраза значит «оказать помощь». Это слово используется обычно для описания снабжения, сопровождения или поддержки тех, которые были посланы служить на расстоянии. После проведения времени с римлянами Павел надеялся на их поддержку по пути к Испанию. В этом отрывке сокрыта великая истина. Несмотря на сатанинское сопротивление, Бог по-прежнему работает за сценой в жизни Павла. Он также производил работу в жизни Иосифа, когда он был в рабстве, в заключении. Посмотрите в книгу Genesis, или Бытие, кто читает. Genesis 50, 20 стих. 50 глава, стих 20. «Но что до вас, вы замышляли против меня зло, но Бог предназначил это к добру, чтобы совершить, как оно и есть сегодня, чтобы сохранить живых множество народа». Бог работает в вашей жизни. Осознаете ли вы это или нет? Несмотря на обстоятельства, Он продолжает свою работу в нашей жизни. Книга Иеремии, 10 глава, 23 стих. Иеремия 10, 23. «О Господи, я знаю, что пути человека не в нем самом, не в человеке, который идет направлять шаги свои». А вот это наши планы с утра. Мы, возможно, планируем, вот с утра я туда пойду, вот это возьму, вот это сделаю. А Бог говорит, не путь человека не в нем самом, не в человеке, который идет направлять шаги свои. А посмотрите другой отрывок, где Бог направляет наши шаги. Притчи 16 глава 9 стих. «Сердце человека задумывает свой путь, но Господь направляет шаги его». Слово «направляет» значит стабилизирует или утверждает. Бог ставит нас на свое крепкое основание. А книга Псалмов, 37 глава, стих 23. Мы по-прежнему читаем о том, что Бог направляет наши шаги. Вот почему важна молитва, вот почему важна связь с Богом и общение, чтобы услышать, что Бог желает от нас. 37 глава Псалмов, стих 23. «Шаги доброго человека направляются к Господу, и он наслаждается путем его». Здесь слово «направляется» также говорит о руководстве. А Господь желает, чтобы мы шли Его путем, выполняли Его волю, делали то, что Он желает, не то, что желает враг душ человеческих. Сатана пытается препятствовать, чтобы сделать неэффективными дело Христа. И то, как он пытается это сделать, мы посмотрим на несколько пунктов, 8 или 9 их, аж 13. Во-первых, разочарование. Посмотрите, в Римлянам 8 главу 28 стих. «И мы знаем, что все вместе работает на добро тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. Ободряйте себя в Господе». В 1 Самуила 30 глава 6 стих «Все общество выступило против Давида». Посмотрите, как он описан здесь. 1 Самуила 30 глава 6 стих. «И было Давиду очень тяжело». Ибо народ говорил о побить его камнями, потому что горевала душа его народ, всего народа, и каждый о сыновьях своих, о дочерях своих. Но Давид ободрился в Господе Боге своем. Вот как важно познакомиться в момент разочарования, когда тяжело на душе, что значит ободриться Господом, а что значит, что Бог на твоей стороне. А все были забраны в плен, сыновья, дочери, невестки, а имущество, все забрано. А Давид, он ободряется в Господе, что Господь может дать сил, Господь может остановить врага, он отберет это имущество обратно. И разочарование в жизни Давида сменяется смелостью, где он выступает, догоняет, возвращает. А почитайте 30 главу 1 Самуила, вы узнаете много интересного для себя. А второе, уныние. Не только разочарование, но и уныние.
Посмотрите во 2 Коринфянам 4:8. Мы со всех сторон притесняемы, но не стеснены. А давили на вас так вот, на работе там морочат вам голову, домой приходите и продолжение, сосед какой-то или еще кто-то там, в троллейбусе там, может быть, еще где-то, и все на вас как бы давят и давят и давят. Но Павел говорит, мы не стеснены. Почему? Потому что у нас есть выход с любой ситуации. Мы в недоумении, но не в отчаянии. Мы не отчаиваемся из-за того, что на нас давят. Мы знаем, что есть обязательно выход из подобного положения. Третья депрессия. Этот стих я попросил вас выучить наизусть. Посмотрите в 119 Псалом, 165 стих. Псалом 119, стих 165. «Велик мир имеют те, кто любит закон твой, и ничто не будет им преткновением». А когда в сердце мир, нет никакого преткновения. Когда в сердце нет мира, опускаются руки, кушать не хочется, не спится, вы ворочаетесь на кровати. Почему? Вы в депрессии, вы лишились мира. А может быть, уныние, разочарование добавляют свои, скажем, козни до этого. И вы не можете делать то, что вы должны делать. Четвертое – это сомнение. Посмотрите на 1 Тимофея, 2 главу, 8 стих. Что же является инструментом от сомнений? 1 Тимофея 2:8. «Я желаю поэтому, чтобы мужчины молились везде, поднимая святые руки, без ярости и сомнения». Посмотрите. Если, когда нет мира, наши руки опускаются, наши плечи сжимаются, мы не знаем выхода, то теперь он говорит, поднимите ваши руки, не стесняйтесь воззвать Господу. Господь силен вас услышать и дать вам ответ или выход из подобного положения. Пятое – это неверие. Будьте внимательны, кого и когда вы слушаете. Евреям 3 глава, стих 12. Евреям 3:12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас злого сердца неверия в отступление от живого Бога». А откуда появится сердце неверия? Вы вчера вечером, возможно, смотрели, не знаю что, мелодраму какую-то, может быть, или фильм какой-то, я не знаю, что вы смотрели. Может быть, с кем-то разговаривали, может быть, и этот человек внушил вам сомнения. И апостол Павел в послании евреям, он предупреждает нас, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас злого сердца неверия, в отступлении от Бога живого. Вот это наша обязанность. Это мы должны смотреть, с кем мы общаемся, а кто близок к нам, а кто вкладывает мысли в наш разум или в наш голову, для того, чтобы мы не отступили от Бога живого. Шестое. Падение. Вот это еще одно орудие сатаны. Поставить нам подножку, толкнуть нас сильно, чтобы мы упали. Вместе с тем мы должны помнить, что мы Божий храм. Смотрите, в 1 Коринфянам 3 глава, стихи 16 и 17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и что Дух Божий обитает в вас? Если кто осквернит храм Божий, того разрушит Бог, ибо храм Божий свят, который храм есть вы». Скажите, если я сильно с разбега вот оттуда ударюсь в эту стенку, свалится она? Сколько бы я ни толкал ее, она не сделана для того, чтобы я ее мог свалить. Потому мы храм Божий. Как бы сильно ни толкал нас сатана, как бы он ни ставил нам подножки, мы должны помнить, что мы сделаны из материала, который не валится от усилия сатаны. Седьмое – несогласие. Бог ненавидит всякого рода сплетни. А посмотрите в притче 6 главу, стихи 16 по 19. «Эти шесть вещей ненавидит Господь, даже семь есть мерзость для Него. Гордый взгляд,
язык лживый, руки, которые проливают кровь невинную, сердце, которое кует нечестивые замыслы, ноги, которые быстро обижать ко злу, лжесвидетель, который говорит ложь. И смотрите на два из них, которые выражают несогласие. Лживый язык, он не согласен с правдой, он лжет о правде. И лжесвидетель, который говорит ложь, и тот, который сеет раздор между братьями. 17 стих и 19 стих повторяют один и тот же грех, который ненавидит Господь, который является мерзостью для Господа. Это несогласие с истиной. Божья истина как стояла и стоять будет. А все лжецы, написано, участь их в озере горящим огнем и серою. Восьмое. Откладывание на потом. Вот это очень часто мы используем в нашей жизни. Ну не сегодня, завтра сделаю, послезавтра сделаю, потом сделаю, когда-то сделаю. Живите для Господа уже сегодня. Посмотрите в притче 27 главу 1 стих. Не хвались завтрашним днем, ибо ты не знаешь, что может день родить. И каждый из нас знает, что лучше то, что мы можем держать в руке, чем то, что сидит вот там на заборе. И кажется, что мы вот-вот поймаем его. Но оно может улететь легко и быстро. Девятое. Это глупость. Посмотрите в 1 Коринфянам 3 главу с 1 по 3 стихи, где описывается вот такое неразумное поступок коринфянской церкви, которые должны были быть духовными, должны были быть на высоте, должны были быть светом, но поступают как плотские. 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стихи. «И я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, даже как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы до сих пор не могли переносить ее». Да и теперь не можете, ибо вы еще плотские, ибо поскольку среди вас есть зависть, раздор, разделение, разве не плотские вы и ходите как люди? От духовных не требуется проявление зависти, раздора и разделения. Зависть, раздор и разделение существует в этом мире полно. И люди, которым надоели раздор, разделение и зависть, они приходят в церковь, где царствует любовь, где царствует понимание, где царствует взаимопомощь или другие качества, от которых можно отойти от зависти, раздора и разделения. Это разряд плотских, это разряд мирских людей, которые не возрождены. Десятое. Мертвость. Применяйте вашу Библию в жизни. Пусть истина работает в вашей жизни. Посмотрите в Якова 2 главу 17 стих. И вы, наверное, слыхали не один раз, когда вы говорили о вере кого-то. Они говорят, у меня вера в сердце. И посмотрите, что говорит Яков во 2 главе 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, то есть если не проявляется наружу, не выходит из вот этой тайны сердца, написано «мертва», то есть не шевелится, не дышит, ничего там, пустота там, там нет ничего живого, будучи одна, написано. И скажите каждому из тех, которые выскажут вам свое в оправдание, что ну, я в церковь не хожу, я то не делаю, это не делаю, у меня вера в сердце. Ничего у вас там нет, если оно не выходит наружу. Там мертвечина. Там надо возрождение, там надо влить жизнь туда, чтобы оживить вас. 11 унижение. Избавьтесь от духа критики. Посмотрите в 101 Псалом, стих 5. «Всякого тайно клевещущего на ближнего своего истреблю, того, у кого надменный взгляд и сердце гордое, не потерплю, говорит Бог». Тот, который критикует кого-то, унижает кого-то, а не ставит в ни во что или обливает грязью, написано «не потерплю и истреблю». 12. Непослушание. Бог желает видеть наше послушание Ему. Посмотрите в 1 Самуила, 15 главу, стихи 22 и 23, где Самуил
определяет, в чем суть послушания, сравнивая его с колдовством или с идолопоклонством. Посмотрите, 1 Самуила, 15 глава, стихи 22 и 23. «И сказал Самуил, имеет ли Господь такое же наслаждение, как послушание? Ибо бунт, как грех колдовства, и упрямство, как беззаконие идолопоклонства, так как ты отверг слово Господа, отверг и он тебя, чтобы ты не был царем». Вот одно непослушание стоило Саулу царства, трона, власти, престижа, когда он пожелал выбрать или отложить для себя тех овец и животных для жертвоприношения, казалось бы, но это было непослушанием. И Самуил сравнивает это как грех колдовства и упрямство, как беззаконие идолопоклонства. 13-е двоедушие. Служите Господу искренне. Посмотрите в Иакова 1 главу 8 стих. Человек двоедушный нестабилен во всех путях своих. Потому если в вас появлялось желание сделать что-то, то потом появляется сразу вторая мысль. А зачем я должен это делать? А для что для этого потребуется? А пускай они сами сделают, а пускай другой сделает, а пускай еще что-то. И в конце концов, если вы разделитесь на две половинки, вы оказываетесь бесплодными, неэффективными. И это орудие сатаны, когда на то, что Бог говорит сделать, мы говорим, нет времени, нужно отдохнуть, нужно заняться чем-то другим, потом сделаю или еще как-то. А Бог говорит, двоедушие нестабильно. И человек этот не будет эффективный во всех путях своих. Здесь же в Якова, посмотрите, 4 глава 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Очистите руки, вы грешники, очистите сердца ваши, вы двоедушные. Вот как важно быть вблизи Господа. Когда мы читаем и видим, вот это нужно убрать с моей жизни, вот это нужно добавить в мою жизнь, сказать, Господи, помоги мне в этом качестве, дай мне сил, дай мне вот того или другого, а что у меня не хватает для того, чтобы я мог выполнить и иметь этот плод, а когда ты придешь, чтобы я не остался бесплодным. И вот теперь наш второй пункт. Будьте благословением. Не только отталкивайте вот эти инструменты сатаны, которые лишают нас быть эффективными или плодовитыми, а Павел просит нас быть благословением. Посмотрите снова в Римлянам 15 главу стихи с 25 по 29. Римлянам 15, стихи 25-29. Мы до сих пор смотрели на 22 по 24 стихи, теперь стихи с 25 по 29. «Но теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо угодно было тем, кто из Македонии и Ахаи сделать некоторые пожертвования для бедных святых, которые находятся в Иерусалиме. Истинно им было угодно это, да и их должники они есть». Ибо если язычники сделались участниками их духовного, их долг тоже послужить им в плотском. Поэтому, когда исполню это и запечатаю им этот плод, я приду через вас в Испанию. И я уверен, что когда приду к вам, я приду в полноте благословения Евангелия Христова. Павел, прежде чем направиться в Рим, должен был пойти в Иерусалим. Вы знаете, что иерусалимские верующие, они собрали все пожертвования, продали все свое имущество и отдали на служение для язычников. В результате остались бедными, неимущими. Павел теперь, в свою очередь, имея пожертвование, желает помочь жителям Иерусалима, чтобы как-то свести концы с концами и быть благословением для святых, для живущих в городе. Иерусалим находится на 1000 миль в сторону от Рима. Павел желал передать туда пожертвования христиан из Македонии и Ахаи. У него было огромное желание быть благословением для них. Вот смотрите, как он описывает во 2 Коринфянам, 8 глава стихи с 1 по 5. 2 Коринфянам, 8 стихи с 1 по 5. «Кроме того, братья, уведомляем вас о благодати Божьей, дарованной церквам Македонии,
как при великом испытании скорбью изобилие их радости, и их глубокая нищета изобиловали к богатству их щедрости. Ибо по своей силе и свидетельствуя, да и сверх своей силы, они желали сами по себе, прося нас большой мольбой, чтобы мы приняли дар и взяли на себя общение служения святым. И это они сделали не так, как мы надеялись, но сначала отдали самих себя Господу, а нам по воле Божьей. Вот такая посвященность коринфян, а которые желали не только себя отдать Господу, но и все свое посвятить Господу. Не так, как Анания и Сапфира, не так, как Илима, Волф, или там был другой еще Симон, который пытался что-то купить за деньги. Эти люди желают отдать. Слово «пожертвование» описывает партнерство или участие. Языческие святые присоединились к пожертвованиям, чтобы иметь общение с иудейскими святыми. Они также посылали им денежный дар. Они несли бремя иудейских христиан. И в этом суть настоящего служения. В настоящем общении вы будете желать быть благословением для других. Языческие христиане были рады послать этот дар с Павлом. Они желали быть благословением для тех христиан. Когда кто-то, получив духовное богатство от иудеев, они были должника им за это. В благодарность они послали свой дар. Павел надеялся, что иудейские святые примут пожертвование надежды, объединяющей иудеев и языческих христиан в одну группу, в одну церковь. Теперь больше не будет стена разделения. Теперь они будут чувствовать себя едиными. И посмотрите на ожидаемое освобождение. Снова 15 глава Римлянам, 30 по 33 стихи. 15 глава Римлянам, 30 по 33 стихи. Ожидаемое освобождение. «Умоляю же вас, братья, ради Господа Иисуса Христа и для любви Духа, чтобы вы боролись вместе со мной в молитвах ваших к Богу за меня, чтобы мне избавиться от тех, кто не верит в иудеи, и чтобы служение мое, которое я имею для Иерусалима, было принято святыми, чтобы по воле Божьей прийти к вам с радостью и освежиться с вами. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь». Вот Павел, он не только желает, чтобы они избавились от тех препятствий сатанинских, от преткновений, не только желает, чтобы они были благословением. Он говорит об освобождении. Павел просил о их молиться. Слово, которое он использует для этого, означает битву. То есть это борьба, это не просто «Господи, благослови Павла». А когда вы знаете, читая вот вторую Коринфянам 11 главу, вы видите описание в опасностях от жилбратьев, в опасностях от крушения, в опасностях от тех, от других, там 8 стих наполнен разными опасностями. И зная это, вы знаете, что Павел в большой борьбе, что это для него непросто преодолевать это. И он просит их молиться об этом. Он хочет показать, насколько это важно. Слово «стараться вместе» значит бороться, биться, как боксер или как борец. Это значит агония. Павел в агонии молитвы за освобождение от врагов. Он искал освобождение от неверующих иудеев и принятия иудейских христиан. Павел искал радости и освежения. Так Павел заботился о выполнении воли Божьей, как и мы должны об этом заботиться. Воля Божья должна быть руководящим принципом в каждом дне нашей жизни. Посмотрите в Якова 4 главу стих 15. «Вместо того, вы должны говорить, если угодно будет Господу, мы будем жить и сделаем это или то». Христиане должны поступать не с показной услужливостью, как человекоугодники, но как слуги Христовы должны исполнять волю Божью от всего сердца. Выполнение воли Божьей требует стопроцентной отдачи самого наилучшего из нашей жизни. Посмотрите в Ефесянам 6 главу стих 6. Ефесянам 6:6. «Не с показной услужливостью, как человекоугодники, но как слуги Христовы,
исполняя волю Божью от сердца. То есть это исходит от сердца. Это не потому, что они смотрят на меня, или потому, что они похлопают меня по плечу. Я делаю это как для Господа, на стопроцентную отдачу. Это желание приходит от насыщения Божьим Словом в нашем сердце, уме и душе. А посмотрите, Псалом 40, стих 8. Псалом 40, стих 8. «Наслаждение мое исполнять волю Твою, о Бог мой, и Твой закон в сердце моем». А я не знаю, что приносит вам наслаждение. Может быть, для некоторых это еда, для других удовольствие, для третьих спорт, для пятых еще что-то. А кто-то сегодня пошел на выборы, для них там что-то, они встретятся с кем-то, поговорят о чем-то, обсудят какие-то темы. Для них это наслаждение. Для Давида он говорит: «Наслаждение мое исполнять волю Твою, о Бог мой, и Твой закон в сердце моем». Посмотрите на другой псалом. 143, стих 10. Псалом 143, стих 10. «Научи меня исполнять волю Твою, ибо Ты, Бог мой, Дух Твой добр, веди меня в землю правоты». Что вы думаете о Божьем Духе? Он добр к вам, или, может быть, не всегда добр, или никогда не добр, из-за того, что вы не желаете идти Его путем, и Он вас постоянно подгоняет, или колет вас, или мучит вас, а чтобы вы свернули на правильный путь, чтобы вы шли к этой цели, которой Дух Святой желает направить вас. Для псалмопевца этот Дух добр. Он говорит: «Веди меня в землю правоты, в землю справедливости, в землю, где нет зла, где нет всяких болезней или препятствий». Молитва важна в познании Его воли и выполнении ее для того, чтобы идти в правильном направлении. И если у вас нет силы молиться, если вы не можете поднять ваши руки в молитве Господу, это значит, есть какое-то препятствие от сатаны, которым нужно назвать его своим именем. Это депрессия, или это уныние, это разочарование, это неверие, это сомнение, или а что это такое? Для того, чтобы вы могли вздохнуть свободно, вы могли бы иметь вот этот проход или связь вот эту с Богом, когда Он мог бы вас снова направить в свою сторону. Хотите ли выполнять то, что Бог желает? Имеете ли вы желание быть благословением для других в вашей жизни? У многих людей, к сожалению, нет желания ободрять других. И причины очень и очень разные. Для того, чтобы я мог кого-то ободрить, во-первых, это должно ободрить меня. Я должен взять карандаш и подчеркнуть в своей Библии, что же меня ободрило сегодня. Я хотел бы спросить вас, у нас, наверное, есть пару минут времени, чтобы 42. Если вы что-то читали вчера, может быть, которое ободрило вас, может быть, сегодня с утра успели уже. Я знаю, что некоторым нужно рано отправляться, чтобы быть здесь вовремя. А что же ободрило вас? Рашид, не прячься, я тебя вижу. Что ободрило вас вчера, сегодня, позавчера, на этой неделе? Какое-то слово, скажите, что ободрило вас, чтобы вы могли ободрить других? Я понимаю, что это неожиданно, что вы не думали об этом 3 минуты назад, и вам трудно там собраться с мыслями, но это важно, чтобы что-то было моим двигателем, моим мотором, который бы мною двигал. Я хотел бы показать вам то, что... движет мной. Вчера я читал послание филиппийцам. Филиппская церковь не была из тысяч членов, как в Иерусалиме. Первым членом церкви была Лидия, которая продавала багряницу. Помните, когда Павел приходит на берег и находит там группу, с которой они молятся? Вот эта Лидия, это первая, которая пригласила их к себе в дом
и которая была первой новообращенной. Вторая новообращенная кто была? Прямо противоположная личность. Это одержимая женщина, которая, может быть, не мылась, которая, может быть, не имела никакого имущества, никаких денег, нечаянно или случайно. Это была вторая прихожанка Филиппской церкви. Кто был третьим прихожанином Филиппской церкви? Также 16 глава Деяний апостолов повествует нам, что это был тюремный страж. Это был очень грубый человек, это был очень жестокий человек. Как вы думаете, должны были эти трое, во-первых, две женщины, один мужчина, это уже барьер, во-вторых, между этими двумя женщинами, которые, вы знаете такую поговорку, наверное, две медведицы в одной берлоге не живут. Слыхали такую? Вот невестка и теща, они в одной квартире не мерятся. Вот я даже не знал, что можно вот эту штуку поставить неправильно в холодильник, скажем так. Че она, молоко не так стоит в холодильнике? Ну оно ж в холодильнике, ну пускай стоит там. Нет, там должно вот так стоять, не так, как ты поставил. Вот эти три человека, очень разные по своим мировоззрениям и воспитаниям, теперь должны были собраться в одну единую группу с одними мыслями и с одними целями и направлять всех других из города Филиппы в эту сторону. И вы знаете, что не все были, хотели идти в это направление. Были там две женщины, вы читаете послание филиппийцам, надеюсь, что я вас заинтриговал, и вы прочитаете там всего 4 главы. Найдите имена этих женщин, найдите их сопротивление, найдите их несогласие, чтобы не быть как они, а быть как костяк, которые желают угодить Богу, несмотря на свое прошлое, несмотря на то, что были у них разные там трения, они по-прежнему держатся этой цели. И об этом мы помолимся сегодня, чтобы каждый из нас делал посильный вклад в рост, а не посильный, захват от роста, скажем. Не удаляться от центра, а приближаться к центру. Мы часто не думаем, и там выболели что-то, посмотрели не так, или сказали что-то. И мы не думаем, а как это подействует на объединение, на единство, на движение вперед. Это остановит движение или это поможет движению? Потому мы помолимся, чтобы сатана не имел своих вот этих инструментов в нас, чтобы мы могли быть благословением, и это благословение, чтобы помогало двигаться вперед. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за милость Твою, за возможность снова, вникая в Слово Твое, исследуя себя, видеть, в чем необходимо нам исправиться и в чем необходимо употребить усилия, чтобы быть ближе к Тебе. Потому что Ты говоришь, те, которые близки ко мне, и я близок к ним. И тогда не может там вставить сатана свои препятствия. Господь, мы молимся, помоги нам быть ободрением для других. Находить слова, находить пример, находить пение, может быть, или отрывки из Писания, чтобы ободрить их вследствие за Тобой. Господь, я молюсь, чтобы это ободрение служило к их продвижению к Тебе, к этой цели. Чтобы когда Ты придешь, они ожидали Тебя с радостью. Чтобы Ты был возвеличен и прославлен в их жизни. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Пожалуйста, проходите, мы рады вам.